Не доверяя беззаботным напарникам, старшой сам зорко стерег муку и соль. Расставив по углам зеловьи мышеловки, ударно промышлял мышей. Однажды мыши исчезли. Смолк ночной воровской шорох, царапанье, бодрый писк. И тогда свалился старшой на нары, вытянулся, закинув руки за голову. Не курил, не спал, не разговаривал. Много томительного времени проведя в раздумье, обыденно, даже с чересчур обыденного свистел. Песца парня, однако, не будет.